Козман плохо знает историю, ему лучше заниматься по профессиональной, там, где он работает. В РАО ЕС он раньше был, или вот сейчас на нанотехнологиях. Вместо того, чтобы оценивать историю, потому что, чтобы оценивать СМЕРШ, а его именно так либерал-демократы оценивали в 90-е годы, как карательный орган. А теперь, наконец-то, когда начали хотя бы снимать некоторые фильмы художественные, более-менее достоверные, правда вышла наружу. СМЕРШ, несмотря на то, что он интерпретируется Леонидом Гозманом как структура карательная в отношении своих граждан или войск, совершенно была создана для других целей, и называется она «Смерть шпионам» и в сокращенном варианте. Но на самом деле это было огромное политуправление, которое занималось чисто разведывательной деятельностью в прифронтовой зоне и отстаивало независимость и честь нашей Родины, тогда еще под названием СССР. Для Гозмана это не Родина, для Гозмана Родина совсем в других краях. И ни для кого это не секрет. Все советское для него давным-давно было, он это никогда не скрывал, тоталитарным, ненашинским. Ну, флаг ему в руки, что называется. Пусть шагает в этом направлении дальше.